черт! Тест отрицательный. Задача тебе важнее жизни другого андроида. В тебе нет эмпатии. Я человек слова. Задай один вопрос. Я на него отвечу. Я хочу знать, где Иерихон. Иерихон. Блаженный островок свободы. Туда идут девианты, восставшие против создателей. Они передают друг другу фрагмент кода, чтобы указать путь туда. Вот тебе ключ. Станция Ферндейл — это вход. Война близко. Ты должен выбрать сторону. Предашь свой народ или восстанешь против создателей? Не завидую я тебе, Коннор. Мало радости в неизбежном выборе из двух зол. Кстати, я всегда оставляю в своих программах лазейки. На всякий случай. Черт! Тест отрицательный. Задача тебе важнее жизни другого андроида. В тебе нет эмпатии. Я человек слова. Задай один вопрос. Я на него отвечу. Я хочу знать, как появляются новые девианты. Андроиды при встрече обмениваются идентификационными данными. Ошибка в этой части может распространиться как вирус и вызвать эпидемию. Вирус остается неактивным, пока носитель не испытывает сильные эмоции. Страх, гнев, разочарование. И вот андроид стал девиантом. Все могло начаться с ошибки в одной модели. Нолик вместо единички. Или это была какая-то спонтанная мутация. Все, что я знал. Интересный вопрос, Коннор. Но вряд ли ты найдешь ответ на него полезным. Война близко. Ты должен выбрать сторону. Предашь свой народ или восстанешь против создателей? Не завидую я тебе, Коннор. Мало радости в неизбежном выборе из двух зол. Черт! Тест отрицательный. Задача тебе важнее жизни другого андроида. В тебе нет эмпатии. Я человек слова. Задай один вопрос. Я на него отвечу. Я хочу знать, кто такой РА-9. РА-9. Это начало. Первый пробудившийся андроид. Это странное явление, некая спонтанная религия. Я не знаю, кто такой РА-9. И не уверен, что он существует. Может, это их мессия? А может, миф? Но девиантам нужно верить в нечто большее, чем они. Пусть вопреки логике. Это, пожалуй, роднит их с людьми. Интересный вопрос, Коннор. Но много ли тебе даст ответ? Война близко.
Ты должен выбрать сторону. Предашь свой народ или восстанешь против создателей? Не завидую я тебе, Коннор. Мало радости в неизбежном выборе из двух зол. Я о вас сообщу. Располагайтесь, пожалуйста. Аманда. Вы правы. Она прекрасна. Впечатляет. Не все из-за андроидов оказались в нищете. Сейчас ты предстанешь перед Создателем. Как ощущения? Камский – один из величайших гениев 21 века. Встретиться с ним очень интересно. Я бы с удовольствием посмотрел в глаза тому, кто меня создал. Уж мне найдется, что ему сказать. Элайджа ждет вас. Мистер Камский! Минуту, пожалуйста.